Наталья Зверева. Ну, давай сфере Зверева, да? Что ты мне скажешь? Вот мне, смотрите, линию какой-то темный сделать или светлый? Ну, светлый. Ой, не туда попнула. Белый. Там есть еще чистая вода? Да. Иди возьми. Ты уже сколько? Вот у меня вот такой цвет получился, или цвет слишком отбелый какой-то. Ну, вот пользовался. Вот, ну вот такой пример, да? Хороший? Да. Покажи тут свою. Вот такой вот, или это какой-то серый. Ну, вот чуть-чуть белого еще. Ничего, даже интереснее, теплое такое. Ну, теперь вот как раз и листья, да? Я могу к Алине приступать, да? Ну, листочков еще уберешь. А? Листочки еще сделаешь. Да, наверное. Какие там деревья? М? Какие у нас деревья? Я смотрю через Амашево. Они желтые или как? Или зеленого добавить? Что-то. Они зелено-желтые, мне кажется. Зелено-желтые. А можно сделать, как будто листья на полу лежат? На земле. Конечно.
Вот, смотрите, да? Угу. Давай. Можно еще листочков таких ярких. Желтых, красных, красных.